Я Мурмец, ты. А еще птиц. Давай на первое сильное вернемся с тобой, вон, пока без назад не хочу. Может быть, тут подстанем? Назовем его мертвыми шами. Есть. Этот новый. Это человек, который много сделал. Ракетоносец этот назовем именем мертвыми шами. Да. Это человек, который много сделал не только для Татарстана, но и для всей страны, для всей России. Большое спасибо. Ну и в сохранении завода, сейчас позвольте, я хотел бы поддержать наше решение, выразить ему благодарность, потому что, конечно, завод находился в таком состоянии, что фактически стоялась любая его выживание. Вот Илья Шарипович вместе с командой тогда фактически стоял программа 214 машины, помощь со стороны республики. Если он в каком-то смысле, так сказать, дал вторую жизнь. Спасибо вам большое за это решение.